Ну, лет 35. Почему? Ну, чтобы сделать карьеру там. Основательно, так сказать. Да, да, да. 25-30. Почему? Не знаю, ты уже закончил вуз, ты уже вроде как начинаешь работать сам, уже более-менее состоялся, и уже можно подумать о семье. Я, в принципе, согласна. Ну, наверное, даже ближе к 27. Чем раньше, тем лучше. Тогда с детьми легче контакт наладить. Маленький ребенок, ты еще молодой. Вроде, как говорится, и ты ничего не можешь дать, но зато отношения будут более близкими. Идеальный возраст для брака где-то 25-30 лет. Конечно же, все индивидуально. Без этого никуда. Но нужно чувствовать, понимать, что ты с человеком на всю жизнь. И это же ответственность. Это опыт набирается человек. Ну, и я думаю, считаю, что он готов к браку, к серьезному браку. То есть один брак на всю жизнь, скажем так, годам 30-35. Все. Ну, я считаю, что 22 года. Почему именно 22? Ну, уже закончил учебу, образование получить надо. Ну, начинает работать, карьеру делать и работать. Ну, а поздний брак. Ну, это дети вроде бы любимые, но в то же время тяжело. Возраст есть возраст. Это около 30. Почему? Ну, потому что уже надо состояться, во-первых, в жизни, во-вторых, выбрать партнера. Сразу жениться не надо, надо несколько лет там вместе побыть. Потому что сразу женятся, бывает, там год-два прожили, что-то не устраивает, надо подстраиваться друг под друга. Характер, соответственно, меняется. 21. Почему он? А потому что женились 21. Потому что должен выучиться, профессию иметь, чтобы семью содержать было на что. Не за маминой спиной жену приведешь. В здравом смысле молодежь должна рассуждать правильно. Сама должна учиться и мужа такого же по себе искать, а не папика. Но не раньше 30 лет. Почему? Я просто два раза уже был женат и как бы первый раз очень рано женился. Мне даже 20 лет не было. Поэтому ну, абсолютно был не готов. И вот второй брак у меня после 30 лет, он более-менее состоялся. Не совсем тем местом думаешь, когда молодой.